Польше с 27 марта введен более жесткий локдаун. С субботы закрыты мебельные и строительные магазины площадью более 2000 квадратных метров. Торгово-развлекательные центры остаются закрытыми. Работать в них могут только продуктовые магазины, аптеки, газетные киоски и книжные магазины. Ясли и детские сады не работают с понедельника. Они могут принимать детей только медработников и правоохранительных органов. Ограничено количество людей в церквях и костелах. На одного человека должно приходиться 20 квадратных метров. Введено ограничение для людей в магазинах, рынках и почтовых отделениях. Спортивные объекты для простых граждан закрыты. Ими смогут пользоваться только профессиональные спортсмены. По словам премьер-министра Польши, страна переживает самый тяжелый момент пандемии за последние 13 месяцев. В сутки количество больных увеличивается более чем на 30 тысяч человек. На данный момент ограничения продлятся до 9 апреля.